Друзья, мы попали на площадку, где, наверное, еще сегодня никто не пришел. Молодых подосиновиков вылазит очень много. Вот этот я только что прошла, муж увидел. Один, второй рядом стоит. Раз, два. И он уже нашел. А ну покажи. А, сейчас я вам корзинку покажу. Вот. Появляются. Появляются один на одном. Надо только под ноги смотреть. Я его прошла точно так же, как белый гриб, который я нашла. Я его подфутболила, и таким образом он нашелся у меня. А вот, вот такие, жаль, не увидели. Здесь еще маленькие розбы. Ну, мы почистили, оставили споры. Такие красавцы, подосиновички. И вот тоже замечательный. Такая шляпка, он прячется, он вроде бы как лист. Лежит осиновый листик осенний. А в действительности грибочек. Так что грибы пошли в нашем регионе, можно ехать искать. Главное смотреть под ноги. Вот такая прекрасная осина здесь. И они здесь появились. Грибной сезон точно начался в Днепропетровском регионе. Наконец-то земля немножко пропиталась влагой. И грибочки проснулись. Поэтому можно ехать, кто любит тихую охоту. Можно ехать, искать и чистить грибочки. Жарить.